что чаще всего и быстрее всего ломается. А, кстати, опрос был, естественно, среди любителей. Не надо там выдумывать. Поиграл я такими двумя. Многим они понравились, многие их полюбили. А данной клюшки у нас нет. Раскупили все в моменте, она ломается. Вот такая вот печальная статистика. Номер один. Кто же займет эту строчку? У двоих опрошенных спортсменов данная клюшка сломалась уже на первой тренировке. Уже надо было говорить. Спортсмены, всем здрасте. Сегодня мы подведем статистику 2020 года топ самых быстро ломающихся клюшек. Опросили мы порядка 4 команд. Это команды Санкт-Петербурга, с города Москвы. И составили такую небольшую статистику, что чаще всего и быстрее всего ломается. Происходило это следующим образом. Примерно по 5 игроков с каждой моделью клюшек и у кого как быстро ломалось. Не обязательно клюшки покупали у нас, где-то еще, но получилось у нас сделать такую статистику, довольно-таки интересно получилось. Итак, 5 место, старушка, Bauer 1X Lite. Итак, Bauer 1X Lite, довольно-таки легкая, старая уже моделька, но пользуется еще популярностью, очень много ее спрашивают, очень много ею играют именно любителей. А, кстати, опрос был, естественно, среди любителей. Не надо там выдумывать НХЛ, КХЛ, там высшая лига, МХЛ, еще что-то. Среди любителей примерно один и тот же уровень. Значит, в среднем данная клюшка держалась 4-5 месяцев. Итак, четвертое место. Моя одна из любимых клюшек – это Bauer Flylight. Также выделяется весом, очень хорошо сидит в руке, нижняя точка прогиба мне очень нравится, и честно, очень нравится клюшка, лично мне. Поиграл я такими двумя, ни одной не сломал, просто продал как бы ушко. Итак, данная клюшка по нашей статистике держалась 3,5-4,5 месяца в среднем. Третье место в нашем параде занимает клюшка CCM Trigger 3. Старушка. Осталось их не так много, но тем не менее они есть. Многим они понравились, многие их полюбили. Также я пробовал, играл. Мне не зашла. Мне не понравилось. В целом ничего плохого не скажу, но каждому опять-таки же свое. Данная клюшка, к сожалению, по нашей статистике держалась от 2 месяцев до 3-3,5. Как-то так. Ну, это в среднем, да? У кого-то может и сезон. Но вот ребята, которые играли, которых мы опрашивали, но вот у них получилось так. Данная модель CCM AS 3 Pro Tax полюбилась очень многим. Если вы обратите внимание, предыдущие клюшки у нас есть продажи новые, а данной клюшки у нас нет. Раскупили все в моменте. Очень она зашла, очень многим понравилась. Но она занимает 2 место. В среднем ее долгожитие это 2-2,5 месяца, и, к сожалению, она ломается. Вот такая вот печальная статистика. Ну что, номер один. Кто же займет эту строчку? Эту строчку занимает снова CCM и модель Jet Speed FT3 Pro. К сожалению, также я этой клюшкой играл, пробовал, очень понравилось. Легкая, приятная. AST, конечно, мне поинтереснее зашла, но хорошая клюшка, ничего плохого. Ребят, их тоже одно время очень сильно скупали. И поверьте, те люди, которые нам восстанавливают мастера клюшки, они просто вешались. Данные клюшки неслись просто такими пачками. Просто пачками неслись на восстановление. Ломались они как в середине палки. Также и крюки разлетались, то есть где хочешь, как хочешь, постоянно ломались. К сожалению, у двоих опрошенных спортсменов данная клюшка сломалась уже на первой тренировке. На первой тренировке. Вот так получилось. Они очень были расстроены. Но один из двух на мой вопрос, я говорю, ну что ты, следующую какую берешь? Он говорит, опять эту же. Я говорю, ты серьезно? Он говорит, да, мне очень понравилось. Я ей не успел насладиться, поэтому возьму ее еще раз. Вот, так что вот такая вот статистика, это на 2020 год.
Кто чем играет, обязательно пишите, нам это интересно. Также я хотел вам показать наши восстановленные клюшки, так как у нас комиссионный магазин, есть новое, есть БУ, есть также восстановленные клюшки. И вы посмотрите большую часть, какие модели, какая фирма занимает. Итак, вот здесь у нас, начиная вот с этой клюшки, 2N Pro. Все вот это вот восстановленное. Если вы посмотрите, если вы внимательно посмотрите, это все CCM, CCM. Основная модель — это Ripcore 3 как раз таки. Что-то есть из SuperTax, но, казалось бы, только они вышли, и вот они уже здесь. JetSpeed FT3 Pro. Новинка, свежак. Вот они все тоже здесь. Центр трубы. Здесь низ, ну, где ломалось, где восстановлено. Кстати, нету жалко весов, я честно не успел взять. Вот берешь нормальную, целую, да, как она в руке лежит, и восстановленную. Но это небо и земля, я не знаю, это вот самообман называется. Но это все, это уже совершенно не то, я уже не говорю про точки прогиба и так далее, она совершенно другая. Вот, ну вот такой вот получился у нас выпуск, такая вот статистика. Ждем от вас обратной связи, напиши, сколько у тебя продержалась самое меньшее время клюшка, то есть за какой период она сломалась, может на одном сбрасывании, может быть выход на лед, а может быть ты играешь 5 сезонов и она у тебя живая. Играй в хоккей, хоккей для всех. Большой выбор новой и БУ хоккейной формы в магазине «Хоккейка».